Стихия словно обнажает и подчеркивает те места, где явное пренебрежение к закону. Мэр Анапы Сергей Сергеев, объезжая город, их замечает первым и не понимает, почему те, кому положено следить за порядком в курортном городе, этого не делают. Вот же оно, уже почти построенное, в проезде Золотистый, прямо на барханах, незаконное строение. По всему видно будущей гостиницы. Хоть и спрятанное за торговыми рядами и жилыми постройками, но ведь такого размаха просто нельзя не заметить. Так же незаконно, как грибы после дождя, вырастают в проездах к морю многочисленные торговые ролеты. И глава города в очередной раз требует от правоохранительных органов и своих замов. Неприкасаемость не должно вот эти детские проезды полностью. И не только это. Потому что здесь загорится, мы потом вообще ничего не сделаем. Понимаешь? И они, ну ладно, этот в клумбе стал, да? Ну, бангало построили прямо на тротуаре. Ну как? И это все в этом году. То есть мы должны для людей расчистить максимум территории для прохода к морю. Отдыхающим должно быть комфортно. Торговля должна быть, но она должна быть цивилизована. Прямо на газоне по Пионерскому проспекту 75 расположились стеклянные нестационарные павильоны с капитальным подключением к электроэнергии. Похоже, что обосновались-то на века, утекает неучтенная электроэнергия, и тут немало. Никого не смущает и то, что капитальный мангал размахнул свои кирпичные бока прямо на тротуаре, отхватив у пешехода в добрую его половину. Администратору кафе придется учесть многие требования закона, на которые здесь наплевали свысока. Грязь, антисанитария полная. Смотреть даже на такой сервис неловко. А тут отдыхающие составляют представление о нашем городе. Вот это ж нормально, нормально. Чего здесь не хватает? Ну, может быть, огородить как-то там, цветы поставить или деревья. И вот этот мангал снести, и будет, и вот этот ларек. И будет красиво смотреться с улицы вот это кафе. Ну, правильно? А если вот это все будет стоять, оно и смотрится вот так вот. Никого не поставили в известность и ни с кем не согласовывали свои действия об установке торгового павильона его хозяева в самом центре на улице Горького. Это неприемлемо. Вы должны его поставить на свою территорию, чтобы... Сейчас одну сторону переставляем и на нашу землю. Перед началом курортного сезона почему-то вдруг, то там, то здесь, возникают стихийные ларьки. По принципу, а вдруг прокатит? Посмотри. Нет, сюда. Не прокатит. Посмотри. Это порядок в городе. Это центральная часть города. Вы посмотрите сюда. Это что? А? У себя он во дворе, пусть такой порядок. Глава регулярно выходит в город. И самое главное, далеко-то ходить не надо. В самом центре Анапы идут по-прежнему стройки. Поэтому на скорую руку ночью кладут плитку, как попало, чтобы замазать глаза. Светлана Владимировна, закрыть плакатом. Наша муниципальная земля. Закрыть плакатом вот эту торговлю. И пока он здесь не выстелит, ничего здесь не должно быть. Будущее шикарное кафе считают вполне дозволительным не просто строить, но и сваливать мусор в самом центре города. Стройка закончена, да? Вот это. Завесить баннером, написать «Анапа самый красивый город России» и закончить стройку. Я говорю, 25-го я постановление подписал. Это что такое? Посмотрите. Тут стройка полным ходом, они вот разбежались, попрятались у двери. Приглашайте сюда начальника УВД. Даже дождю за несколько дней не удалось смыть следы бурного строительства. Домывают спешно территорию керхером. И то после напоминания администрации. Мы все-таки хотим, чтобы люди к нам ехали и говорили потом о городе с любовью и желанием вернуться сюда. Или думаем только о сиюминутной выгоде?